Вилма, я тысячу раз тебя просил, никому не показывай ту фотографию. Жаль пропускать самое интересное, но бар меня уже, наверное, дождался. Фред, не стоит так длиться по пустякам. На каждом шагу сплошные огорчения. Прихожу домой, газеты нет. Подумаешь, бороду ему же. Конец придет газетчику, когда я до него доберусь. Арнольда могли задержать в школе после уроков. Найду мальчишку и откажусь от газеты. Между Фредом и Арнольдом почему-то вечно возникают разногласия. Ох уж мне этот Арнольд, никакой ответственности. Ему платят, чтобы доставлять.